Александра полностью изменила жизнь после декрета. Спустя 5 лет отпуска освоила новую профессию и совмещает работу здесь с воспитанием 3 сыновей. Я горжусь, что я многодетная мама. Конечно, когда я 3-м ребенком забеременела, это было не запланировано, был страх. Потому что в наше время сейчас люди одного боятся, да, женщины рожать. Но мы решили с мужем, что прорвемся, грубо говоря, имея ипотеки и кредиты, родили 3-го и ничуть не пожалели об этом. И если Бог даст, и 4-го родим. И она не единственная многодетная сотрудница, поэтому и условия работы особые. Такую концепцию выбрала руководитель, когда сама стала мамой 3. Возможно, из-за этого я и открыла, потому что открыла его, будучи беременной, и понимала, что мне сложно будет найти работу. Большинство свою работу, бумажную работу я делаю дома, чтобы и присматривать за детьми, несмотря на то, что у детей няни. Но все равно как бы мама должна присутствовать. На Алтае растет число социальных предпринимателей, сообщают в краевом профильном управлении. В прошлом году их стало 139. 29 из них выдали грант до 500 000 рублей на развитие дела. В одном из таких учреждений занимаются диагностикой и коррекцией психики. На средства гранта купили новое оборудование. Психическое здоровье детей, к сожалению, большому ухудшается за последнее время. Появляется все больше и больше количество детей с ОВЗ. Это ограниченные возможности здоровья, различные нарушения развития у детей. Значительно увеличилось обращение с тревожностью, депрессивными состояниями, паническими атаками у взрослых. А в этом фитнес-клубе на средства гранта приобрели специальные, облегченные и удобные анатомические тренажеры. Заниматься на них могут люди с ограниченными возможностями здоровья и любого возраста. Поняла, что это будет ответом для многих женщин, которые не могут пойти в любой обыкновенный тренажерный зал, где есть железо, да, грубо говоря. Это и здоровье, это и внешность, где молодые девочки, и женщина бы чувствовала себя некомфортно. И именно на нашей территории женщины, которые приходят, они видят, что здесь тренируются такие же, как они. Мы вот здесь познакомились с 3 девчонками, мы вообще дружим, капитально дружим. Про семьи, про все знаем, ну, общаемся. Все вообще хорошо. У нас домашние группы проходят, мы все встречаемся еще на дому, общаемся, здесь каждый день видимся. Ну, то есть, как бы, ну, годы-то идут, общение-то нужно, не с телевизором же нам общаться. В рамках национального проекта «Мой бизнес» специализированные организации консультируют и физических лиц, желающих заняться социальным предпринимательством. Для такого дела услуги предоставляют бесплатно. Услуги здесь разного направления, то есть это информационно-консультационные услуги, информационно-методические, образовательные услуги. Вот в течение года у нас было проведено 21 обучающее мероприятие. В целом посетили эти мероприятия, это 652 участника. Чаще всего такому бизнесу требуется помощь в рекламе и разработке сайтов и поддержки, но все усилия покрывают благодарности за такую социальную работу. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.